Добрый день! Сегодня приготовим шоколадный шифоновый бисквит. Он получается влажным, пористым и при этом очень вкусным. Этот рецепт также подходит для приготовления капкейков. Необходимые продукты вы видите на экране, а также найдете в описании под видео. Белки отделяем от желтков. В белки добавляем щепотку соли, 40 грамм сахара. Взбиваем до устойчивых пиков. В желтки добавляем 80 грамм сахара. Хорошо перетираем венчиком до пышности. Добавляем кефир, растительное масло. Отдельно смешиваем муку, какао, разрыхлитель и соду. Добавляем в яичную смесь. Вымешиваем до однородности. В получившуюся массу добавляем взбитые белки в три этапа. Стараемся сохранить пышность теста. Это тесто, которое может постоять и подождать своей очереди, поэтому я сразу замешиваю двойную порцию. Переливаем форму. Диаметр моей формы 20 сантиметров. Выпекаем при температуре 180 градусов Цельсия 35 минут. Если выпекаем в форме для кексов, то примерно 20-25 минут, в зависимости от размера формы. Часть теста испеку в форме для кексов. Из таких форм выпечка довольно легко вынимается. Если же форма более сложная, то после выпекания дать постоять примерно 10 минут и затем вынимать. Форму наполняем примерно на 2 трети. Чем больше в форме теста, тем больше будет шапочка на выпечке. Вот такой получается бисквит. После остывания он немного оседает. Его можно разрезать на два коржа. Этот рецепт подходит для приготовления капкейков. Фруктовая начинка и шапочка из крема по своему желанию. У меня клубничное пюре и творожный крем.